Всем привет! Пойдем по магазинам для беременных и магазинам детской одежды с Кеном и Барби. Ой, так красиво! Какие сияющие платья! Барби по очереди примерит и выберет самое подходящее. Поможем молодой мамочке. О, Барби нравится это. Маленькие рубашечки выглядят так мило. Барби берет их все. Младенцам нужно личное пространство. А, точно! Абракадабра! Родители отремонтируют шкаф для малышки. Фу, так пыльно! Давайте приберемся. Стена будет окрашена в нежно-розовый цвет. Обновим двери и окна. Добавим побольше сверкающих бусинок. Ой, как же мило! Заполним все цветами. Теперь это будет личная комната ребенка. Так мило! Ой, тараканы, тараканы! Прочь отсюда! Склад староват, поэтому на его очистку уйдет время. Старье? Просто выбросим его. Заменим обои. Коврик. Розовая кроватка. Зеленая кроватка. И окно. Полка с множеством книг. Ночник тоже готов. Убираем дальше. Уборка – это весело. Мыть пол – это целое искусство. Безупречная чистота. Обои для стен такие милые. Шкаф для игрушек. Так красиво. Здесь будут стоять стол и стулья. А здесь будет бассейн. О, надувные шарики. Детям это понравится. Пойдем в следующую комнату. И не забудьте взять с собой веник. Начнем. Украшаем стену обоями. Установите шкаф. Стол для макияжа. Напольная лампа. И еще много картинок. Вау, какая красота! Пришло время убрать вещи в шкаф. В комнате так мило, правда? Эй, детки! Посмотрим! Это спальня. А вот и красивые детские кроватки. Прекрасно, правда? А теперь младенцы должны пить молоко. Им очень нравится. Вау, игрушечная комната! Привет, Мишка! Вместе мы будем летать.
веселого плавания. Младенцы любят воду. Плыви, поиграем. Они так счастливы. Мамочка вытирает малышей. Одеваемся и идем гулять. Мамочка любит розовый. Но не всякий розовый цвет подойдет. Нам нужно розовое платье. Бантик тоже должен быть розовым, мама. Папин ребенок любит синий цвет. Голубой купальник не подходит. Малыш будет в пижаме. Круто! Повеселитесь как следует. Пока-пока. Рапунцель такая красивая. О, девочка, будь осторожна. Нет, зуб Рапунцель. Ой, Рапунцель в порядке? Зуб сломан. Садаку отправит его зубной фее. Окей. Пока Рапунцель спит, появляется зубная фея. Она аккуратно меняет сломанный зуб на золотую монету. Нет! Садако! Это золотая монета Рапунцель! Стоп! В качестве наказания Садако станет зубной феей на день! О, нет! Этот дом! Ой, крыло Садако! Может забраться на дерево? Хорошая идея! Давай, подневольная зубная фея Садако! Ой, малышка так сладко спит! А это золотая монета для малышки? Ой, что это на земле? Злая собака? Садако, будь осторожна! Ой, это опасно! Садако ранена! Убирайся отсюда! Первая миссия завершена! Приступай к следующему заданию, девочка! Кроличья нора? Верно! Все просто, правда? Скорее сделай, что нужно! О нет, сломано! Что делать, Садако? Полиция? Freeze! Стой на месте! Я не вор! Не пытайся сбежать! Помогите! Не волнуйся! Зубная фея поможет тебе! Вот мы и дома! О, рана Садако! Не плачь! За свои старания Садако заслуживает особого подарка, правда?
цветочное платье в темных тонах отлично подойдет нашей девушке. Добавьте золотых блесток и бусин. Садако такая красивая! Отныне у нас будет прекрасная зубная фея по имени Садако! Рапунцель, не грусти! Пока-пока!